Всем приветики. Я не знаю, посмотрите вы это видео, не посмотрите эту распаковку. Мы снимаем, никто никакого вообще отклика от вас нет. Я не знаю, что происходит. 96 человек. Подожди, 96 человек, ребята. Неужели, почему? Почему тогда вы подписаны, но вообще никто не смотрит? Обидно. Обидно. Ой, хотя бы лайк поставьте, не знаю. За наши. Ой, а что так рыбой воняет? Фу. Не удалось. Давай. Пакет с Лидлом были мы в Алди, в Германии. Сходили мы, короче, купили опять продуктов, сдали бутылки. Бутылок опять на 5,50 сдали. Вот такие вот круассаны сейчас по евро. 4 штуки. 200, сколько грамм? 4 штуки по 60 грамм в одном. 240 грамм. Настя уже один захомячила, потому что Настя же, она не может дождаться хотя бы вечера. Я говорю, давай с этим, с чаем сядем, поедем. Нет, давай сейчас уже. Ты же съела один круассан. Две упаковки сдали, но потом... Дальше. Сдали. Как обычно, 6 булок, наши любимые булочки. Они очень мягкие, очень такие, знаете, по зубам. Дальше. Что это? Капуста. Капуста. Капуста наша. Капусту будем, потому что тушить с томатом. Вообще классно должно получиться. По скидке сейчас бананы в Алди. Бананы. 99 центов за килограмм. Да. Выбрали. Набрали на 1,4 кг, блин. Бананы нормальные. Грибы. Грибы такие вот. Шампиньон порезанный уже. Сколько? 280 грамм без... Бля... А ну переверни. 170, наверное, да? Боже, вот дуриловка. Мы ошиблись, да? Потому что вообще на всех остальных банках пишется сначала вес с водой, там, специями, с маслом, а потом пишется, ну, чистого продукта. А тут наоборот, я повелась. Настя, там было 230 грамм. А тут 170 теперь. Блин, 60 грамм потеряли. Настя. Огурец купили. Чуешь? А что я уже сделала? Пипец. Огурец купили. Огурец 75 центов. Эти стоят 99 центов. Дальше. Сыр вкусный. Сыр вкусный. А, Гауда. Запомните. Франция. Именно с этим значком плам. Филешка 600 грамм. Очень дорого, 5,99. Да, 6 евро лучше. Опять за грибы я расстроена. Ого. Дальше. Хлеб самый дешевый, 99 центов. Вот это да, с грибами такая лажа. Кукурузку вареную. 55 центов тоже по акции. Да. Дальше. Яйца. Мы будем вареные яйца из белки. Угу. Евро 99. Это еще нормально. Томатный. Томатная паста. Евро чем-то, да? Выглядит как томатный евро сыр. Чем-то? Да. Это я буду капусту тушить с томатом. И пекинская капуста. Это, она не помню, сколько стоит. Это баночка тунец. Тунца, евро 45. Тунец к салату, да. Еще салат. И авокадо. Авокадо сколько? Полюбили вообще авокадо. Евро 19. И оцет. И водичку еще купили, она где-то там обычная вода, колу. Стараемся отказаться теперь от колы, потому что... Ну, потому что вредно. Ребята, вот это все короче. У нас вышло... Сколько? На 25,50, но 5,50 у нас бутылки вышли, короче, 19,60 мы заплатили, не знаю. Да, бутылки мы сдали, как-то на 5 евро. Но вспоминаю, что вчера мы пошли, у нас как бы вот разница Эдека или Алди, то, конечно, всем советую ходить в Алди, потому что Эдека нереально дорогая. Мы вчера купили не понять что. Чисто селедку. Чисто селедку. Картошку. Картошку. А, что покажи, еще? Что мы в Украину купили, родителям будем отправлять сейчас. Начинаем собирать по посылки. Лимоны у нас тут еще есть. А Настя, все тут, в холодильнике. Что мы купили? Мы купили. Тут на холодильнике покажи. О, маленькие такие презенты вид Германии. Ну и вы видели, это... может кто-то видел, я выставила в шортс то, что то, идет что перевес. Перевес. У Ани раз, два, три, четыре, пять шоколад,
А у меня 3 шоколадки. 182 грамма, заявленный вес 150. А тут здесь 160. Мы вчера выставили домой. Такие вот взяли конфетки. Ну, не конфетки, шоколадки. Шоколадки. Это я все племянницы взяла. Самые вкусные это вот эти. С вафлей. Орех да, такой невкусный. Себе, можно за 50 рублей. Я сюда насыжала харибо. Пока что так. Что вообще есть в холодильнике? Давай заглянем обзор. Колбаса, которую уже надо либо использовать, либо выкинуть. Чуешь, Настя? А ну, сейчас понюхаю. Фу, что-то она воняет. Потом там лимон еще лежит. Сырок, вот такое тут у нас тут все одинокое, потому что у нас здесь вообще уже ничего нету, капец. А это стол. Это полочка нашей соседки. У нее здесь масло, яйца, хлеб, буряк какой-то варит, что-то в кастрюле. Это тоже ее, не знаю, какие-то непонятно что. Соус, варенье. А это наша полочка, тут у нас майонез, вот это советую всем такой соус, его можно добавлять как в салат, так и просто кушать, там, с мясом. А подожди, а еще есть такой же марки, там креветка нарисована, он для рыбы. Это томат, мало, кстати, сок, который мы не пьем, это у нас еще с лагеря осталось, а это надо холодильник помыть, а это такой, короче, мы вот туда взяли за... 50 центов, по-моему, вообще ужасный. Шо? Суши. Что ты хотела нам сказать? Я уксус взяла, а он реально воняет, знаешь, чем? Чем? Вот это как раньше ногти красили, снимали. Ацетон? Ацетон. Но оно без запаха. Ты типа... попробовала? Ты ходила, да. Кричала. Что, попробовала? Да, на вино тянет. Но он же винный написано. Что тянет на вино? Ну, на вино похоже, на вино тянет. Но такого запаха нет как-то, но все равно воняет именно как вот для ногтей. Вчера это Настя уксус. Взяла... Уксус тяжело выбрать. Такой вот. И он... Он лимон, просто спрайт какой-то без газа. Какие-то непонятные. Лимон, как будто специи. Написано для салата. Ну, короче, вот этот советую. Он без запаха, самый нормальный вино и уксус. 49 центов сейчас стоит. Валди. Шо? Вот такая у нас закупка произошла. Что-то еще будешь рассказывать да интересно? Я буду ничего собирать, интересного. Уготовить. Мукбанг будет или нет? Мукбанг будет, может, будет все видеть, как мы, я не знаю. Ну, я думаю, интересно. Короче, я не знаю, насколько времени эта закупка, но... Аня сказала на 3 дня. Как хотелось бы. Поделим, с грибами вообще грустная история. Ну, капец, вот и... жалко, что мы колбасу-то не взяли, сейчас бы с булкой бы съели. Какую колбасу? Ну, эту. Да. Она дорогая, 2,29. Потому что мы вообще растратились, что у нас вообще все печально. Какашки. Маленькие какие-то яйца. У тебя были большие. Даже упаковка для них большая. Короче, вот такие дела, ребята. Напишите, как вы думаете, для Германии это дорого или нет для такой закупки 25 евро? Да. Но для беженца это точно, да, одного человека я считаю дорого. Я не знаю, как здесь нужно так прожить. Так что, ребята, пожалуйста, ставьте нам лайк, подписывайтесь. Может, напишите, что бы вам хотелось бы конкретно смотреть. Может, вам не интересны эти распаковки, мы не знаем просто. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.